лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Воздержание, воздержание дарит исцеление. Лучшая поэзия – молчание. Лучшее молчание – моление. Лучшая молитва – покаяние. Покаяние тщетно без прощения. Лучшее пред Богом предстояние. В глубине высокого смирения. Я заблудусь в таинстве молчания, пред иконой чудной умиления. Да очистят слезы покаяния высшую поэзию моления. Страх Господень, Авва, воздержание. Воздержание дарит исцеление. Лучшая поэзия – молчание. Лучшее молчание – моление. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Павел Колесник. Здравствуйте! Христос воскресе! Воистину воскресе! Павел, мне хотелось бы задать тебе несколько вопросов. Я думаю, и зрителям будет это интересно. Вопросы у нас обычно о творчестве. Ну и понятно, что здесь мы приглашаем людей, которые как-то духовно работают над собой, которым Господь дал талант, и как они им распоряжаются. Вот мне всегда очень интересно. Вот Господь дает нам дар, как сказано в Евангелии, да, талант. И вот как его, стоит его взрывать или нет? Я знаю, что вы рок-музыкант, да? Да. Как это связывается с вашей духовной жизнью? Мне это очень интересно. Сегодняшнюю программу мы начали с песни «Высшей поэзии Малинина» на стихи Романа Харамана. Дело в том, что я лично с ним знаком, имею его личное благословение на исполнение его песнопений и написание песен на его стихи. И вот одна из песен. Это практически первая песня, которую я написал на его стихи.
Нет, до этого были песни, которые я просто аранжировал, такие как «Уже вечер» и так далее. А вот это именно первая музыка моя на стихи Романа Хармана. Дай бог ему здоровья. Вот. И это визитная карточка. Ведь у каждого коллектива, у каждого исполнителя есть визитная карточка. Это 100%. Угу. А что касается связи духовности и рока, угу. тут я немножечко вот... Я много по своей жизни, но не доказывал, а пытался объяснить людям. Они кричали всегда, что рок – это не от Бога. Я говорю, ребята, 7 нот, точнее, который сотворил Господь, а не от него. А уже вопрос, какой смысловой заряд несет та или иная песня, независимо от настроения музыки и стиля. Да? Да. Вот. Но я соединил как бы вещи несовместимые. Да? У нас вот в 2010 году вышел альбом, он написан практически 95% мною, с Божьей помощью. То есть и стихи, и музыка. И вот эти 95%, они насыщены православной тематикой духовной. Есть песни сугубо библейского содержания, как, например, песня «И капает кровь» на стихи Сергея Романова, петербургского поэта. Эта песня, она конкретно о распятии Христа. И она стала просто хитом сегодня на концертах. Ее поют все, даже более того, болгарская группа «Епизод», не «Эпизод», а «Епизод», так звучит. Значит, они исполнили ее на болгарском языке и на русском языке. Она войдет в наш трибьют в этом году. Далее один из солистов хора турецкого взял эту песню. Правда, единственное, что он сделал, он попросил написать свой текст на эту музыку. Ему музыка очень понравилась. Музыка как раз вот вашего покорного слуги. И песня-то хорошая, любви получилась, но в стиле рок. То есть совмещать можно все. Я еще раз говорю, если бы я пел какие-то призывы в составе группы «Августа», ну, такие, знаете, как многие как группы, призывы там к насилию и все прочее. Нет. Я, например, выбрал путь именно духовный, именно в стиле рок. И это звучит, по-моему, потрясающе. Просто мне кажется, что многие, ну, из молодого поколения, они пока еще не понимают другого языка. Им этот язык близок. И если нести Слово Божие через вот такой способ, это же способ передачи, правильно? Ну, да. Вот, определенный способ передачи. Просто как сказано у Экклесиаста, да, всему свое время. Да. Их время еще просто не настало. Да. Но, тем не менее, у нас очень много на концертах молодежи, и мне приятно, что они слушают и знают эти песни. Может, это послужит каким-то импульсом, да, дальше углубиться, зайти в храм. Безусловно. Может, я думаю, так оно и происходит на самом деле. Это именно так и происходит. Даже пути Господни неисповедимы. Ну да. Вот мне хотелось бы еще спросить вот по поводу вашего знакомства с иеромонахом Романом. Это было удивительно. Да, как это вы познакомились? Дело в том, что я сам из города Собинка, Владимирской области, это районный центр. Я вырос в большой семье, я 7-й по счету ребенок у мамы с папой, Царство Небесное. Есть еще 8-й, правда, он тоже уже с Господом. Вот, нас осталось всего мой старший брат, старшая сестра и я, из всех наших родных, вот, близких. Так вот, я когда в 89-м году приехал к себе на родину, я решил принять крещение. Как раз в тот момент, когда мою маму сильно парализовала. Она 4 года лежала парализованной. Вот. И я приехал в храм к отцу Мнаяну Виктору. Он сейчас служит в женском монастыре в Иерусалиме. Под Иерусалимом, не помню точное место, сейчас боюсь соврать. Вот. Он как раз и... Тот человек, который мне подарил кассету с песнопениями Романа Хармана, он знал, что я солист группы «Август», он меня привел к себе в дом после богослужения, вот, и рассказал, говорит, вот ты приедешь домой, в Ленинград тогда еще, забудешь о рок-сцене, послушав эту кассету. Ну, у меня, конечно, внутри демонстрация, даешь рок и все прочее. Понятно. На тот момент тогда. Вот. Я приехал в Ленинград, послушал эту кассету раз, два, три, и меня действительно, вот как-то, знаете, как в музыкальном мире говорят, цепануло. Вот по-хорошему цепануло. Вот. И первая песня, которую я тогда аранжировал, это была, как я уже сказал, песня «Уже вечер». Вот. Потом, значит, я снял на ленинградском телевидении три песнопения Романаха Романа «На свой страх и риск». Я же не знал, как с ним связаться. Вот. И две из них показали по телевидению. В этот момент он как раз приехал, он останавливался всегда на Тореза у Аллы Николаевны Каляевой.
Он у меня здесь проживал просто, когда приезжал в Петербург. И он как раз увидел эту передачу со мной. Это удивительное дело. Вот Богу так угодно было, да? Вот. И буквально через несколько дней я прихожу на телевидение, в молодежную редакцию, и мне говорят, вот, Павел, телефон, номер телефона некая Алла Николаевна Каляева просила вас позвонить по поводу «Иеромонаха Романа». Я тогда так испугался, думаю, мне сейчас скажут, а что ж ты делаешь, да, ты сын мой? Без автора, да. Да, без благословения вообще. И я боялся, но рука у меня вот так вот набирала диск. Я просто трясся, это правда было так. Потому что я же не знал, что меня ожидает на том конце телефона. Вот. И когда я с ней начал разговаривать, она говорит, мы с батюшкой смотрели эту передачу. Вот. И он услышал в вас, как он сам лично тогда сказал, продолжатель своего дела. Поэтому он для вас оставил огромную кипу стихов и еще 4 или 5 кассет по 90 минут с его песнопениями. Мы встретились с ней, потом приехал сам Иеромонах Роман, мы уже лично встретились, он меня благословил. Мы много встречались, я приезжал вот к Алле Николаевне. Мне очень запомнился один день, когда я пришел туда к ней домой, и Иеромонах Роман сидит такой с гитарой, говорит, Павел, Павел, послушайте, я новую песню написал. И вот он мне эту песню показывает. Мне это было настолько приятно, ну, да, я был первым практически, да, слушателем новой композиции в данном случае. Вот. А потом все-таки он уехал, он сейчас сильно болеет, насколько я знаю. У меня нет сейчас с ним связи, к сожалению. Он где-то в Ските живет под... Ветрово, да. Ветрово, да. Да, Псковская область. Вот. А я знаю, что он сильно болен, там и со слухом, и со зрением у человека проблемы. И надо бы как-то собраться. Вот опять суета, да, суета-сует. Вот навестить бы его, конечно, было бы неплохо. Может быть, может, вместе съездим. Бог сподобит, да, и съездить как-то, выбрать время. Я бы с удовольствием встретился с этим удивительным человеком, как его один священник назвал православный бард. Он его так назвал. Вот. Ну, вот таким образом получилась у нас встреча с ним. Но, к сожалению, вот расстались, но вот я еще раз говорю, даст Бог, мы увидимся. Может, вы что-нибудь еще споете? Да, с удовольствием. Из Иеромонаха Романа, да, тоже? Ну да, это его стихи, моя музыка. Я себе просто компонирую. Я уже говорил при встрече с вами, да, что основной мой конек – это вокал, конечно. Но хотя не всегда и голос звучит. Но ничего страшного. Итак, песня называется «В одиночестве». Она как бы о природе, но каждое слово говорит о том, что вот он подразумевает под, скажем, веткой там, чего-то, да, травой, людей. Это наша жизнь, это мы. И так в одиночестве. Никто не счастлив в одиночку. Никто сиротствовать не рад. Недаром на деревьях почки веселой братьей сидят. Природа здраво рассудила, премудрость подтвердив свою. На каждой ветке посадила не по одной, а всю семью. И если кто рукой жестокой перед весною примет грех, той, что застынет одиноко, придется зеленеть за всех. В одиночку
никто сиротствовать не рад. Недаром на деревьях почки веселой братьей сидят. Спаси Господи. Смотрю на тебя, как, для меня это как зеркало, можно бы сказать. Вот мы как с тобой одного времени, года, да. Одного я времени. Приехал в Петербург. Я вообще вспоминаю свое состояние. Вот, тогда еще, когда без Бога, мы, конечно, мы искали везде, все искали. Но не там искали. Не там ходили. Не туда ходили, ошибались. Я помню, я сидел в гостинице «Октябрьская». Значит, сочинял песни свободные, я подметал там площадь Восстания. Вот, ко мне приходили грузчики, подносчики, иностранцы были подносчики, Эдик, значит. И я им, два грузчика ко мне приходили, которые я им показывал новые песни. Вот это, конечно, и душа искала Бога. Искала, она страдала просто, как вот цветок без влаги. Душа. И столько было вопросов. И вот как мы сейчас... Пути Господни неисповедимы. Я священник, да? А ты сейчас уже большую свою часть, как сказать, своей личности посвящаешь Богу, да? Богу и детям. И детям, да. Как нашел свое призвание. Действительно, пути Господни неисповедимы. Я никогда не думал, что я буду священником и буду строить храмы. Вот. Слава Богу за все. Мне вспомнилась как раз песня, такая вот она называется «Эта дверь не откроется». Когда человек сомневается, думает, откроется, не откроется, угу. Что там за этой дверью. Была еще группа такая, «Трубный зов». Да, прекрасно знаю. Да, они в Америку эмигрировали. Они приезжали сюда и искали таких людей, вот, чтобы пригласить туда. Но они евангелисты. Я их знаю прекрасно по сей день. Да, они не православные, но... Ко мне пришел один человек... Ковбойская церковь у Сережи Тимохина, я знаю это прекрасно. Да, пришел ко мне человек и говорит, Анатолий, вот я слышал ваше творчество, напишите, если вы напишете на тексты псалмов песни, мы вас пригласим в Америку на гастроли. Но только одно условие, вы должны это... А я говорю, я неверующий человек, я ему говорю. Он говорит, как неверующий? Он говорит, ваши песни этим пропитаны. Душа-то христианка. Вот. Я говорю, а как это верить? Он говорит, а я не могу вам это передать. Это как да и нет. А между ними ничего среднего нет между ними. Ну, да. Если да, то да. Ну, я ушел опечаленный, потому что в Америку мне не светило их. Потому что я написал и не мог написать. Я ничего их не читал, не понимал. А вот песня у меня осталась такая. Она называется «Эта дверь не откроется». Эта дверь не откроется, даже если в нее стучать. Каждый мог бы и так устроиться, но невозможного ждать. Проще, честней, если знаешь, за ней спрятан смысл жизни твоей. Существует мир иной, нам, наверное, никогда не побывать там. А может, это дворик проходной. Каждый может, и каждый вправе.
вправе выбирать, ждать или не ждать, ждать или не ждать. Знаете, я сейчас что вспомнил? Да. Я 3 года преподавал музыку в общеобразовательной школе. Сейчас работаю концертмейстером в этой же школе. И вот одну девочку я пригласил к роялю. И говорю, давай посмотрим твои возможности, да, вокальные. И когда она запела, я говорю, давай, на-на, например, да? Она запела так. Тихонечко. Я говорю, ну как же, ну петь-то надо. Она говорит, Павел Николаевич, я пою, а вы орете. Вот вы сейчас спели, а я прорал 2 песни. Ну, такой забавный случай, на самом деле, да? А иногда надо... Я понимаю, у меня есть и такие песни. Людей будет не прошибить. Да, у меня есть и такие песни, но все-таки меня учили вот именно петь, понимаете, чтобы вот раскрыть. Поставленным голосом. Да. Луиз Павловна, ну, попробовал. Спойте нам что-нибудь с поставленным. Ну, уж прям вот так. Сейчас. Ой. Ничего. Песня на стихи петербургского поэта Михаила Коневского «Журавлиная исповедь». Она мне безумно нравится. У меня сейчас вот гитаристы тоже уже вступление играют, всю песню играют. То есть композиция, да, уже? Да. С аранжировкой, да? Да. Ну, это гитарный вариант, конечно. Так, «Журавлиная исповедь». Проходит стороной, не задев чернеющих полей. Слушаю с поникшей долу головой исповедь летящих журавлей. Пойте, 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 небеса, вторьте все земные голоса. Я молю, чтоб стоны гаснущей земли донесли до неба журавли. Вот они плывут, вбивая в душу клин, сердце надрывая вместе с ней. Повторю под сенью тлеющих рябин исповедь летящих журавлей. Повторю под сенью
тлеющих рябин, исповедь летящих журавлей. Пойте, 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 небеса, вторьте все земные голоса. Я молю, чтоб стоны гаснущей земли донесли до неба журавли. Шелестит кругом сгоревшая листва. Ты того, что было, не жалей. Ты пойми, что слышишь больше, чем слова. Исповедь летящих журавлей. Пойте, 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 небеса, вторьте все земные голоса. Я молю, чтоб стоны гаснущей земли донесли до неба журавли. Молю, чтоб стоны гаснущей земли донесли до неба журавли. Господи, мне кажется, что мы можем бесконечно сидеть и делиться своей жизнью, впечатлениями. Есть я предложение думаю, увеличить программу? Да. Я думаю, это многим будет полезно все это посмотреть. Может, кто-то это не чувствует или еще не сумел почувствовать. Я поздравляю наших телезрителей с Пасхой, с праздником. Христос воскресе. Воистину, Павел, тебе спасибо, что ты к нам пришел на передачу, нашел время, несмотря на то, что ты занят. Вот Божьей тебе помощи, творческих успехов. Спаси все, Господи, ангел-хранителя. До скорых встреч!